Вы мне не нравитесь, мистер Кенвей. От вас на борту одни проблемы. В ваших проблемах повинен отнюдь не я. А кто же тогда? Вы скверный лидер, вспыльчивый и жестокий. И команда вас не уважает. Эй, я не ищу ссоры. Напротив, у меня к вам просьба. Да, вот как. Я подозреваю, что на борту зреет мятеж. Да, вот сюрприз. Я не доверяю никому, так что приходится просить вас. С чего мне вам помогать? С того, что если они замыслили бунт, только я могу доставить вас в Америку живым. Ну, что скажете? Если это правда, разве у меня есть выбор? Спасибо. Но учтите, если вы снова посмеете угрожать мне или оскорблять, я лично отрежу вам голову. Вам ясно? Прекрасно. До свидания. Мистер Кенвей. Капитан? Что бы они ни затевали, это случится скоро. Значит, пора за дело. Опять харчи урезал. Мол, припасов мало, нечего баловать. У самого-то ягнятина да вино. Войски какой-то малый, и шляпы не снимают. Чё, одной драки тебе мало? Чтоб мы не видали, как он... Тихо! Отвали! Сделай вид, что работаешь. Тебе ничего не скажу. Здорово вы навалили Грейсу и Квиллу. Пришлось. Ага, оба упрямцы. Да что же это я? Льюис Миллс, к вашим услугам. Хейтем Кенуэй. Так что... Мне стоит опасаться их? Думаю, они усвоили урок. Обычно они так на рожон не лезут. Но последние пару раз нам пришлось... туго. Да? Капитан стал экономить. Порцию урезал, жалование тоже. Груз стал брать опасный. Команда недовольна. Есть повод для беспокойства? Я стараюсь, чтобы не было. Но капитан должен лучше обращаться с людьми. У меня есть к вам пара вопросов. Славно, но у меня нет времени на сплетни. Да и не знаю я ничего толком. Хотите знать, что тут делается? Спросите Кока или доктора, с ними много кто болтает. Доктор, можно вас на минуту? Вы заболели? Нет, вовсе нет. Вы не слышали разговоров о том, что творится на борту? А что творится?
Может, кто-то жалуется, команде не нравится капитан или пассажиры. Вот и Джеймс тоже спрашивал. Но я, знаете ли, так поглощен работой, ни на что больше внимания не обращаю. А где мне найти Джеймса? Зайдите на камбус. А теперь, увы, я занят. Вы Джеймс? Ага. Хайтем Кенуэй, к вашим услугам. Я знаю, кто вы. Мне нужны ответы на пару вопросов. Я так и думал. Но не здесь. Идемте. Так что вы хотите знать? Вы не видели ничего необычного с тех пор, как мы вышли из порта? Вас ничто не встревожило? Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки, не знаю, что они затевают. Но думаю, что-то скверное. Они затевают бунт? У них точно зуб на капитана. Мил старается их успокоить. Но одному человеку много не сделать. Спасибо за сведения. Я просто хочу добраться до колонии живым. Добрый вечер. Как дела? Тихо все, как и должно быть. Что вы здесь делаете? Просто вышел пройтись, размять ноги. Вот и все. Будьте осторожней. Здесь в темноте на всякое можно наткнуться. Что это? Кто-то выбрасывает груз за борт. Но зачем? Скользкий какой-то малый, и шляпа не снимает. Тихо! Вон он идет! Сделай вид, что работаешь! Здорово вы наваляли Грейсу и Квиллу. Пришлось. Ага, оба упрямцы. Да что же это я? Льюис Милс, к вашим услугам. Хейтем Кенуэй. Так что, мне стоит опасаться их? Думаю, они усвоили урок. Обычно они так на рожон не лезут, но последние пару раз нам пришлось туго. Да? Капитан стал экономить, порцию урезал, жалование тоже, груз стал брать опасный. Команда недовольна. Есть повод для беспокойства? Я стараюсь, чтобы не было. Но капитан должен лучше обращаться с людьми. Харчи урезал. Мол, припасов мало, нечего баловать. У самого-то ягнятина да вино, пока у нас галеты да солонина. Поговорил бы с ним кто. Забавно. Да. Забавно.
Есть новости? Все одно и то же. Я дежурю в одном месте, они сбрасывают бочки в другом. Мне бы еще пару глаз. Может, Джеймс или Милс? Зачем им это? Думаю, бочки служат бакенами. Они подают сигнал. Боюсь, это только вопрос времени, когда наш преследователь... Сзади корабль! Они готовятся стрелять! Живо на шканцы! Готовьте! Эй, береги головы! Это сигнал! Нас хотят не потопить, а захватить! К пушкам! Готовьтесь к бою! А вы вниз живо! Почему? Позвольте мне вам помочь! Вы умеете брать рифы, заряжать пушки, вести бой в море? Думаю, что нет. Так что марш в каюту. Или вас доставить туда силой? Задраить люки! Хейтем. Вы были наверху? Нас собираются брать на абордаж. Странно, почему бунтовщики молчат? В этом нет смысла. А, отчего же? То есть... Вы надеялись так легко сбежать из Лондона после того, что устроили в опере? Думали, мы не узнаем? Не бросимся следом? А, так вот в чем дело. Сдайтесь, и тогда с вами обойдутся честно. Хотите обойтись со мной честно? Дайте мне клинок. Уверены, что вы этого хотите? Я велел вам сидеть в каюте. Я так и сделал. Только меня ждал Милс. Это он привел сюда тот корабль? Бунта не было. Это все он. Что им нужно? Я. Так пусть забирают. Думаете? Они нас догонят. Ничего нельзя сделать. Я что-нибудь придумаю. Вы хотите идти прямо на ураган? Выбора нет. Я не стану. Я стану. Ладно, ладно. Это безумие! Успокойтесь! Я разберусь с парусом.
Безопасно, живо! Готовьтесь причаливать, парни! Причаливать? Я не вижу земли, только сплошной туман. Чайки кричат, все ясно. Поднимитесь на Марс и убедитесь. Мистер Кенуэй! Мистер Кенуэй! Да? Чем могу служить? Чарльз Лисар, к вашим услугам и очень рад. Я покажу вам город и помогу устроиться. Не нужно, я договорился. Багаж доставят в гостиницу. Скажите, вы сын Джона и Изабеллы? Он самый.
и служите под началом Эдварда Брэдека. Да, но он еще в Европе, и я решил, что могу... То есть, только пока его нет. Я думал... Но? Что именно? Простите, сэр. Я надеялся, что смогу учиться у вас. Я хочу служить ордену и не могу представить наставника лучше. Благодарю. Но вы меня переоцениваете. Как можно, сэр? Сюда. Вор! Хватайте его! Бостон весьма оживленный город. Здесь много на что стоит взглянуть. Как устроитесь, непременно прогуляйтесь по улицам. Кто знает, что вам удастся обнаружить. Минуту. Для начала нужно добыть кое-что. А я пока найду лошадей. Чёртовы мерзавцы! Этот проклятый город меня в гроб вгонит! Вы расстроены, друг? Признаться, да. И весьма сильно. В чем дело? Меня ограбили. Такая потеря. Хотя я сумел вернуть свое, боюсь, все испорчено. Ваша книга? Не просто книга. Это альманах. Первый, что я написал. Бенджамин Франклин. К вашим услугам. Хейтем Кенуэй. Вы недавно в Бостоне? Как вы узнали? Вы слишком порядочны. Помогать такой развалине, как я? Я... Не сочтите за труд, сэр. Вы человек молодой. Если вы найдете все пропавшие страницы, я вас награжу. Слушайте, я не знаю. Ничего, ничего. Найдется время прекрасно. Нет? Так и бог с ним. В таком виде он все равно бесполезен. Но если удастся отыскать все, ищите меня вон в той лавочке. Видите ее? Да. Любопытно. Boston Country Journal. Любимая газета за Пенни. Спасибо. Огромный ассортимент бакалеи. Вы начинающий моряк или рыбак-любитель? Благодарю, сэр. Я ваш вечный должник. Спасибо.
слушайте! Королевской гвардии герцога второго! Территория вокруг... Филадельфию и Уильямсбург, обращайте в легких судах Фортера. Спасибо. Есть для вас яли. Третий пир за Хили и сыновья. Был убит в стычке королевских и французских отрядов Багайо. Уважаемые дилетанты, любители и любопытцы, добрый день, сэр. Я, входите. Заключить договор с магавками. В трактире «Черный лебедь» вкуснейшая еда в городе. Знаменитое воскресное жаркое. Мы едем в «Зеленый дракон». Владельцы чудаки, но они не любопытные. Да и комнаты достаточно хороши. Вам сказали, зачем я приехал в Бостон? Нет. Мастер Бёрч сказал, вы скажете сами, что сочтете нужным. Дал мне список имен и велел разыскать для вас этих людей. И вы кого-нибудь нашли? Да. Уильям Джонсон ждет нас в «Зеленом драконе». Вы его знаете?
Не близко. Но он увидел знак ордена и пришел, не колеблясь. Докажите свою верность, и, возможно, все узнаете. Я буду счастлив, сэр.